сорт острого перца халапеньо джалоро. Это вот такой вот крупноплодный сорт перца. Вот посмотрите, это высокоурожайный сорт. Созревает он от светло-кремового цвета до красного. Ну, его собирают в технической спелости. Вот такой вот кремовый. У него более мягкая и такая тоненькая-тоненькая шкурка, чем когда он уже созреет. Когда созреет, шкурка уже становится немножко более грубая. Это слабоострый сорт перца. Острота у него от 2500 до 8000 сковелей. Ну, когда он светлый такой, он практически не имеет остроты. Острота только в области семян. А когда уже красный, у него уже более насыщенный вкус. Вкус у этого перца пряный. И, соответственно, красный цвет, он более острее. Вот он созревает с нижних рядов. Внизу всегда перчики немного меньше, чем, к примеру, верхний ряд. Сорт высокоурожайный. Выращивать можно как в открытом грунте, так можно выращивать его и в теплицах. Высота куста от 50 до 70 сантиметров. Срок созревания от 60 до 80 дней. Можно выращивать, я же говорю, на любом огороде. Не обязательно тут какие-то спецусловия для него составлять. Очень-очень высокоурожайный. Посмотрите, большое количество перца у него. Так что советую вам, ребята, выращивать себе такой перчик у себя дома. Он неприхотливый. Это сорт многолетний. Выращивать можно до 3 лет его. Так что, если вам понравился такой перчик, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.